Доброе утро, дорогие друзья. Сейчас 7 часов утра. Мы с Каспером уже проснулись. Да, Каспереша, надо разбирать чемоданы. Каспер меня зовет идти кушать. Посмотрите, что делать. Смотрите. Ты зачем воду толкаешь? Я сейчас тебя накормлю. Хотя вон стоит еда. Мой гигантский кот. Друзья, вы знаете, что он просил? Вот что он просил. Он просил паучи. Это вот для собак мелких пород. Он очень любит. Они такие ароматные. А натуральные корма глупый кот не ест вообще. Приехала на стоянку. Сейчас заберу свою машинку. Я уже по ней соскучилась. Посмотрите, какой сугроб. Ну, сейчас предстоит большая работа. Буду чистить. Холодно, однако. Почистила машину более-менее. Вчера мы прилетели из Египта. Я такая красивая, загорелая. Снежок у нас. Прекрасно переночевали в своем доме. Сегодня у нас 30 декабря. Еду на работу, надо хотя бы показаться. Это меня там совсем уже потеряли. Отвезти подарки. И сегодня... Нам нужно еще посетить магазин. Наверное, поедем в Перекресток. Руки очень сильно замерзли. Нет у меня привычки носить перчатки или варежки. Нету. Потому что все время езжу на машине. Едем сегодня в Перекресток. Что-нибудь докупим, потому что все необходимое по списку Сергей купил еще до нашего приезда. Ну что, друзья, поехали на работу в магазин Рита Моды. Каспереша, Санечка, ты чего там делаешь? Пытаюсь почистить картошку, взяла салфетку и пытаюсь почистить. До Нового года осталось 7 часов, и мы, друзья, едем на дачу. Но когда выйдет это видео, Новый год уже случится, и я очень надеюсь на то, что он пройдет у всех хорошо. А мы едем на дачу. Едем на дачу с удовольствием. Нас там ждут спартановские условия, потому что у нас на даче зимой нет водопровода. Но в ближайшее время я это исправлю и сделаю скважину. И все удобства будут на нашей даче круглый год. Поскольку нет водопровода, мы взяли с собой уже все готовое. Мы сегодня целый день с Анжеликой готовили всякие блюда. И вчера ходили в магазин, все покупали. Что мы приготовили, Анжелик? Мы приготовили вкуснейший салат с копченой рыбой. Типа оливье, только вместо мяса копченая рыба. Я приготовила по просьбе сына студень. Студень получился отменный. Я засолила красную рыбу. Анжелика сделала сушный салат. Салат типа суши, типа Филадельфия, только, мне кажется, еще вкуснее. Взяли нарезку, сырокопченую колбаску, ну и что еще? Замариновали шашлык. Так что, надеюсь, стол у нас будет хороший. Еще взяли маринованные помидорчики, огурчики, ну, вот такое все. Едем на дачу с хорошим настроением, немножко подустали, что сегодня готовили, но ничего, у нас сейчас будет пару часов на отдых. Посмотри! Наверное, закрыто, надо открыть. Сейчас снимаю, пока он заметит. Соня, Соня, иди сюда. Нет. Давай, Соня. Заждались. Закрывай дверь быстрее, Жри. Здрасте. Марка. Ну, пройдемте. Марка. Ну, проходи, дед. Как у тебя дела? Хорошо. Хорошо, вела себя в этом году. А стих-то приготовила Дедушке Морозу? Песню приготовила.
Давай, на стульчик рассказывай песню. Вставай на стульчик. Песня на стульчик, песня маме тухи. Ну все, я спела. Все? Да. Давай нормально, ты целый день вчера готовила. Давай нормально, Соня. Всегда в дуэтом. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. Зайчишка, зайка серенький под елочкой скакал. Рысцою волк сердитый волк с лесою пробегал. Вот там написано Рита. Ой, это и мне что-то, ну надо же, вот уж я не ожидала. У нас Соня с ней. О, тут у нас Соня. Ой, Сонечка. Долго летел на санях. А где сани с оленями? Сани с оленями. А олени где? И это девочка Соня. Ой, Соня. Просто у меня... Это девочка Рита. Ой, спасибо. Куда это? Передай брату. Окей. О, давай уберем сюда. Это... Слушай, даже мокрые все. Ой, Соня. Завалили подарки. Это девочка. Развалилась. Упал. Нет, ну ты к нам, подарки замочился. К нам завтра приходи, пойдем гулять с тобой. Спасибо. Не пойду, не пойду. Завтра мне в Калининград. Все. Да ладно. Это то, что я очень давно хотела. Препарат? Да, это который фотки печет. Это так классно. Ну, а там девчонки довольные сидят. Обалдеть. Сейчас я терпение. Оп. Ладно, слайм. Это моё. Слайм. Космическая пита. Нет. Вот такая какая-то. Сейчас мы посмотрим, что мне тут Дед Мороз принес. И там вон, наверное, сумки. Да, отлично. Немножко. А что это такое, а? Это подушечка мне, да? Ой, какая хорошая подушечка. Ортопедическая специальная. Спасибо, сыночек. Это нет, это не ко мне. Элечка, спасибо. Какой Дед Мороз? Это как раз то, что мне надо. Привет. Я хотела еще на день рождения, но потом... Смотри, как хорошо. Я сегодня на ней буду спать. Попробуйте. Да. Держи, Саша. Дай-ка я ее вскрою, посмотрим. Отлично. Вот, как хорошо. Скорее, пока не размокло бы. Вот. Так и буду вот. Спать. Спасибо. Это хороший подарок. Только что нужно. Же, чем выпивала. Ты его разрезала нечаянно. Не в нужном месте. Но я его склею. Так ты почитай. Я уже почитала. Знаешь, что это мирового уровня. Это очень хорошо. Вот это мне действительно это интересно. Это по спортивному вождению. О, блин, ты посмотри, Сереж. Сереж, а можно новый распечатать? Да. Это спортивное вождение от международного... Ой, индивидуальное занятие спорта. С неоднократным чемпионом России. Вот индивидуальное занятие мне очень интересно. Он в США участвует в гонках, в Европе призовые места занимает. Да. Ребят, я случайно его разрезала, но он в электронном виде, мы распечатаем его повторно. Дед Мороз мне подарил подарочный сертификат. Может, что я могу пройти часовое индивидуальное занятие с неоднократным чемпионом России, мастером спорта международного класса по автомобильным гонкам Александром Львовым. Александр Львов, жди меня. Скоро Рита Мода приедет к тебе.
на гоночной трассе автодром город Санкт-Петербург. Это одна из лучших трасс в Европе считается. Это очень круто. Я обязательно пойду и сниму ролик. Вот ее карту, посмотри, трасса. А кто будет снимать, Сереж? Кто будет снимать, какие будут? Вот эта трасса вот так выглядит. Круто. Разные углы. Ну, это традиция. А чего ты Эле такое не подарил? А Эле рано еще. Ну да. Спасибо. Это... Давай! Потухнет. Ура! С Новым годом! С Новым годом!